идут против нас всех. Они воруют у нас будущее. Гости Юрий Евгеньевич, секретарь общественного объединения Россовет православных лидеров. Здесь? Колмыков Антон Николаевич здесь? Колмыков Антон Николаевич, там начальник учреждения СНАЭД, города Самара, специалист в суд, судебной экспертизы и криминалистики. Здравствуйте, господа. Самарская область. Здравствуйте, господа и дамы. Я вот слушал вот историков давно и много, и всех остальных. Но мы, я представитель судебно-экспертного сообщества, мы должны говорить конкретно, кто виноват, за что отвечает и сколько это стоит. Поэтому вот все вот эти вот ваши разговоры, они прекрасны. Но они мимо цели. Мимо цели. Вы уже 30 лет, уже 50 лет все мимо цели работаете. Мы это взяли в свои руки. Я хочу быстро вас ввести в курс дела, что был доклад 2 месяца назад. На международной конференции судебной экспертизы по той самой проблематике, что мы с вами здесь собрались. Давайте сейчас быстро картинки посмотрим. Дайте, пожалуйста, на экран. Это друг Ленина в гробу, как были похороны. Следующий кадр, дайте, пожалуйста. Николай Ленин, 17-18 год. Следующий кадр Владимир Ильич Ленин во время звукозаписи. И следующий кадр труп в гробу, который мы видели перед этим. Вы видите, что все разные люди, правильно? То есть вот труп в гробу, это не Ульянов. Все запомнили? Пошли дальше. Следующий кадр. Вот этот человек, который выступал, который вам известен, как вы и Ленин, которого вы все тут все прокляли уже 10 раз, и который в гробу лежит. Следующий кадр дайте. Я его просто с двух сторон показал, чтобы видно было профиль двух сторон. Следующий кадр Мазарей дайте, пожалуйста. Вот этот труп Мазарей. Мы на конференции международной судебной экспертизы посмотрели, это тот же самый труп, все на месте, все лежит, хранится. Вот три вот России сохранили вещдок. Всем понятно? Пошли дальше. Покажите текст. Текст, который файл текстовый был, да. Вот профессиональная та банда, которую вы тут все проклинаете, вы можете посмотреть типичную биографию вот этих вот великих людей, кто на нас напал. Что-то общее есть в Сирии там или еще чем-то. Я обращаю ваше внимание на то, что он учился в США, в Европе. Поясните, да. Не видно, то хорошо, перехожу к делу. Здесь, значит, США захватили Россию в 1917 году. США захватили Германию в 1918 году. Привели к власти Гитлера и Сталина, две колонии заставили убивать друг друга во Второй мировой. Сталин взял власть лишь только в 49-м году, что видно по биографии Яна, тех, кого сажали. Посмотрите еще раз внимательно, 49-й год, аресты американской агентуры. И 53-й год, он уже на свободе. Так что, все господа историки, мне очень жаль, но мы с вами разошлись. Юридическая наука двигается в сторону предъявления обвинений государства США. Искренне труп Ленина необходимо опознать, передать правительству США. И туда же отправляем иск за убийство 60 миллионов человек. Поэтому я прошу вас всех поддержать. По нашим данным криминалистов, у нас в Мавзолее лежит лидер лейбористов США Борис Ванштайн. Лидер лейбористов США Борис Ванштайн. Еврей из Чикаго. Если кому интересно, могу рассказать его биографию более подробно. Спасибо, Антон Николаевич. Интересно, как раз скажет. Ну вы потом, Меркулов Дмитрий Николаевич, пожалуйста, представитель партии Самодержавной России. Кто хочет поговорить, пожалуйста, после круглого стола с Антоном Николаевичем пообщайтесь. Кому сделать? Сейчас я только соберу. Подожди, я сейчас соберу вещи. Прошу потише, за 3 минуты.